Еще раз всем привет и запущу музончик. Я запущу уже итоги победителей данного конкурса. Вопрос, помогаю ли делать ставки? Да, помогаю. Есть у нас канал в Телеграме от Пионерушки. Там есть такая статистика на каждый матч. Рекомендую использовать, если вы делаете ставки, либо же вы в целом фанат Доты и вам нравится статистика. Ссылка в описании. Там также проходит конкурс на вещь качества Аркана. В общем, рекомендую. Ну и сейчас, как и обещал, я разыграю три Иммортал вещи в битве прогнозистов. Это неделя. У нас 75 комментариев, 28 репостов. Условия простые. Это лайк, подписка и оставить комментарии с вашими ставками. И в целом я сделаю это вот благодаря данному сайту. То есть мне нужна ссылка на данный пост. Это раз. Во-вторых, я разыграю сегодня вещи качества Immortal. И решил сделать не один, а три. Потому что вещь вроде бы не особо дорогая. И лучше у нас пускай будет больше победителей. Так что сегодня на Геркоптер Immortal, но после будем голосовать, какую шмотку разыграть. Потому что я вот предлагал вам как раз-таки Immortal на Инвокера, но людей было поменьше, нежели Immortal на Геркоптера. Ну и Геркоптер у нас самый популярный герой в рамках турнира группового этапа, так что давайте ее-то я и разыграю сейчас. Так что вот, ссылку вставить, мне повезет, жмак и поехали. Да, при этом сейчас я прокручу пост, чтобы все комментарии было видно с людьми, которые были. Так, не повезет. Напомню, что это битва прогнозистов и Осман Хасанов. Сейчас скопирую будет твой ник. Осман Хасанов. Вот, ты сделал три удачные ставки подряд, скинул скриншоты, целых два, молодец. Грац, ты выиграл. Так. Так, тебе Immortal на Гира. Дай ссылку на Steam Trade. Так, первый. Еще один. Я обещал брать три, так что будет три. Макс Кузнецов. Так, я сейчас скопирую этот пост, чтобы не писать много раз. Макс Кузнецов. Так. Макс Кузнецов тоже скинул скрин. Молодец. Вот текст, скопировать, написать. Макс, поздравляю. И третий победитель, Immortal тебе будет на Геркоптера. Это Кирилл Песков. Вот так все просто. В принципе, также просто мы будем и Аркану разыгрывать. Но Аркана будет уже по итогу месяца разыграна. То есть в конце месяца будет Аркана, скорее всего, на этого. На Джиггернаута. Хотя, возможно, Аркана на ваш выбор. То есть вы сами сможете решить, какой Аркан хочешь получить. Соответственно, вам я скину Аркан уже очень скоро. На этом все. В принципе, всем спасибо за внимание. Всем пока. Если хотите участвовать в битве прогнозистов, то участвуйте. Ролик находится в описании, либо в паблике ВКонтакте. Лайк, репост, подписка. Смотрите видос, участвуйте. И уже в следующую пятницу, 16 числа, я разыграю. Хотя, возможно, в следующую пятницу я буду занят. Нет, это будет за 3 числа, я, возможно, буду занят. Ну ладно. В общем, я буду разыгрывать и рекомендую участвовать в конкурсе. Все очень просто. Три точные ставки по ссылке в описании. Скину скриншот. И Immortal каждую неделю, Аркана каждый месяц. Участвуй в битве прогнозистов от моего канала и получай шанс на Аркану каждый месяц и Immortal каждую неделю. Условия очень простые. Регистрируйся на сайте Паримача по моей ссылке, делай винстрик из 3 ставок подряд и бросай скриншот в рамках паблика ВКонтакте. Для упрощения ваших ставок рекомендую использовать наш канал в Телеграме, все ссылки в описании.